Здравствуйте. Сегодня я хочу вам представить автомобиль Sierra 1500. Стоимость в 3D-магазине PC Cars.com 143 тысячи долларов. 43 тысячи 880 долларов. Давайте начнем с экстерьера. Впереди мы видим большую решетку радиатора с логотипом GMC, противотуманные фары, окантовку хромированную решетку радиатора. Фары, большие хромированные диски, хромированные ручки и черные и хромированные зеркала и логотип Sierra 1500. На сзади мы видим погрузочное место, логотип Sierra, логотип GMC, третий стоп-сигнал, на этой стороне тоже все так же. Поближе рассмотрим. Антенна. Дизайн вот этой вот машины мне очень нравится. Это двухдверная Sierra. Дверные серые диски вот такие вот. У базовой комплектации вот такие вот черные пластмассовые ручки, замок, вот такая вот решетка радиатора пластмассовая и пластмассовый бампер, и она без противотуманных фар. И также черные пластмассовые зеркала. Она имеет двигатель Vortec. Подсветку для номеров. Также тут идет черная ручка. И вот такой вот черный бампер. Теперь посмотрим, как она поменялась за годы.
2011-2010, 2009, 2008, 2007 і 2006, 2005, 2004, 2003. І на этом все. Теперь идем в интерьер. У нашей конкретной комплектации 1500 имеется навигация, все, полный фарш. Автоматическая кнопка передач, мультифункциональный руль с логотипом Denali. Автоматические зеркала, стекла, электрические замки, персональная память для водителя, дерево и кожа. Также климат-контроль, навигация, CD, DVD, отверстие для воздуха климат-контроля, бардачок. Отверстие для вещей, подлокотник большой, там можно положить ноутбук даже, кожаные сиденья, люк, автоматический от солнца, солнцезащитные зеркало заднего вида, индикатор аирбегов, свет. Свет. Большой подлокотник. И на задних сиденьях достаточно места для ног и для головы. Колонки. Большие зеркала. Прострочка. Ремни безопасности. Комплектация похуже, ручные окна, у двухдверной модели большой подлокотник на по третье сиденье, можно поднять, будет третье сиденье, подлокотник с подстаканниками и с большим отверстием под вещи.
радіо в таких комплектаціях нашої станції. Логотип GMC. Руль тоже мультифункциональный. Имеется две розетки, кондиционер, отверстие для узла клин-контроля и отверстие для маленьких вещей. Заднего вида зеркало. Отверстие для вещей. Бардачок. Отверстие для воздуха клин-контроля. Свет, как уже сказал, ручные регулировки сидений. Также есть второй бардачок, колонки, ремни безопасности. Прострочка, как смотрится свет салона в ночью. Также есть для прицепа хорошая очень опция. Щетки. Включение трекшн контроля. Рециркуляция. Контроль фар. Вот эта модель имеет двигатель V8 6,2 литра, 6,2 литра. Ну что, на этом мой обзор экстерьера и интерьера автомобиля GMC Sierra 1500 закончен. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Спасибо за внимание.